Урал, 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 там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой до упора. С ним разговариваешь, пермяк, он стоит и иступленно смотрит. Всем привет. Живу тут третий год, и сегодня вдруг я поняла. Господи, сказал одеть мне шлем, очки. Все, я готова. Jesus. Horrible.